сначала 3 дома, потом у нас будет и 4, и давайте 5. Я думаю, что этого хватит. В случае, когда 5 точек, нам вполне хватит. Как они расположены, мы не знаем. Мы знаем, что слева направо вот так вот они идут, а какие расстояния, какое больше, какое меньше, мы не знаем. Задача все время одна и та же. Где, например, взять точку, чтобы сумма расстояний была бы как можно меньше? Да, пожалуйста. В самом доме. В доме каком? В третьем доме, в Б. Там, где B. То есть вы считаете, что точка M равняется B, да? Так, а в таком случае чему равна эта минимальная величина? АС. Ну, на самом деле, смотрите, от точки B какое-то расстояние сюда, и от точки B какое-то расстояние сюда, а до самой точки B 0. Значит, на самом деле вы правы, это АС. Ответ верен. Доказать его можете? Если дом посередине, мне это интересно, когда дом в любом месте, да? Ну, можно везде, кроме вот левее, чем А, и правее, чем С. Ага. То есть, в отличие от девушки, вы считаете, что точку М можно поставить в любом месте на этом отрезке, только не надо уходить левее, чем А, и не надо уходить правее, чем С. Так, это вариант ответа, он, конечно, отличается. Надо понять, какой верен. Да, пожалуйста. В любом месте. Ну, то есть вы присоединяетесь к мальчику. Так. Точки Б. Точку Б нам говорят. Кто докажет? Да. Я думаю, что все-таки в пределах АС. В пределах АС, да? Да. Ребят, смотрите, если честно, сейчас можно, конечно, голосование устроить, но это бессмысленно. Потому что нужно решить задачу. Вот давайте. Давайте, кто может, если длина отрезка больше, то и ответ становится больше. Численные значения здесь как раз не так важны. Здесь вопрос, где ставить точку. В каком месте ставить точку? М? Я думаю, что все-таки надо ставить B, потому что если будет отдельно от B, тогда это будет длиннее, чем от C. Можете это объяснить? Объясните, почему потому это так? Что, куда не ставить, то будет только длиннее. Если в этом, то будет самая короткая. А вы понимаете отличие математического способа рассуждения от просто заявления? А? Вы должны решить задачу, вы должны объяснить это. Не просто сказать, что есть ответ, я в нем убежден. Это неинтересно. Сейчас занимаемся математикой. Задача очень простая, но от этого она не перестает быть математической задачей. Значит, у нее должно быть решение. Давайте я вам еще раз повторю. У нас есть прямая линия, на которой отмечены 3 точки. Мы эти А, Б и С не можем никуда двигать. Вот они у нас есть, и все это. В каком-то смысле дома, да, вот эти прибитые, стоят, со сваями, да, чем угодно. Все, бито, крепко. И наоборот, есть проектировщик, который смотрит, где бы выбрать точку. В каком месте поставить на проектном листе точку, чтобы сумма расстояния от нее была бы как можно меньше. Что от вас на самом деле требуется? Очень простая вещь. Разобрать положение. Когда точка М расположена здесь, 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 здесь. Понять, как это все будет выглядеть. Варианты оба между отцы вообще-то одинаковые. Да, конечно. Из-за симметрии. Да, конечно. Итак, здесь у нас точки А, Б и С. Давайте рисую картину. Вот. Точка М лежит с этой стороны.
смотрим, есть отрезок АМ, есть отрезок МВ и есть отрезок МС. Обратите внимание, почему это положение менее выгодно, чем когда точку М помещаем прямо в точку А. Очень просто. Тем, что мы вот этот вот отрезок проходим аж 3 раза. И он учитывает, когда смотрим до точки А, и когда до точки Б, и когда до точки С. Вот этот отрезок учитывается 3 раза. А если мы поместим в точку А, то его вообще не будет, а все остальное будет то же самое. Отлично. Другая картинка. Те же самые точки А, Б, С. Но при этом точка М лежит где-то, то ли в точке А, ну, в общем, где-то на отрезке АВ. Давайте рисовать тогда. Вот это расстояние, вот это расстояние и вот это расстояние. Сейчас я вам объясню, почему на самом деле выгоднее поместить точку М в точку Б, а не в каком-то месте. Да очень просто. Потому что, смотрите, вот есть отрезок АМ, есть отрезок МС. Они вместе дают отрезок АС. А к этому еще добавляется вот этот вот лишний отрезок. То есть АМ плюс МС – это АС. Но есть еще лишний отрезок МВ. Если мы точку М сдвинем в точку В, то его не будет. Значит, выгоднее. Ну, господа, как мне уже только что сказали, можно я не буду смотреть справа от С и между точками Б и С, потому что ситуация абсолютно аналогичная, и мне кажется, что любой из вас уже может это сделать. Все, значит, эту задачу мы решили.